здесь плава. Поэтому будет замечательный футбол, и мы ожидаем пиршества голов. Четвертый судья есть, он только идет к полю и нападением Владимир Дубровский. Но вроде никого здесь не забыл. Акин-Фуркан еще у нас. Да, Акин-Фуркан. Хорошо с Акином-Фурканом, но на всякий пожарный. Жел мяч в игру. Неточная передача от защитника Сморгони. Дубровский на правом фланге будет здесь, ну, надо навешивать, но простреливает. Прострел и... Приоритет они будут соблюдать. А здесь момент Сморгони, удар поворотом. Молодец, закрыл нижний угол именно поворотом, но посмотрим, что он может сейчас ударит, если Савицкий, конечно же, отберет этот мяч и дает тарелок. Получилось Андропезу перевести. Ну что ж, посмотрим, получится ли. Просит мяч Фуркан. Но направо передает. И Дубровский. Дубровский смазал. Очень хотел с лёта пробить. Это не на белый, игроки Сморгони. Только два защитника остались, но вот такие моменты могут быть. И Дубровский выходит один на один. Что же он будет делать? Обманывает и... Да ладно! Это был очень хороший момент, но осторожно. Хотя игроки Гомеля, я думаю, давайте играйте так, ребята, мы будем побольше делать контратак. И первый удар. Больше владеют мячом и как-то более так основательно атакуют. А игроки Сморгони больше контрвыпадами. Гомеля выбросил мяч, продолжил потом свою фразу. Здесь, ой-ой-ой. На ум очень катился. Налево сместился, а Дробеза направо. Правда, Краснова доходит мяч и очень опасно. Гомеля оттуда. Гола, неминуемого гола, красиво, да. На самом деле, просто какой-то мертвый мяч, Наумович. А здесь не ошибся Наумович, потому что, конечно, переводили другие участвовали в вчерашнем матче, и это, наверное, будет какая-то свежая нагрузка, но пока момент. У Рангомера они... Расподавали этих стандартов. Поворота, Наумович бросает. Плотный удар, и вот он получается, логическое завершение. Это он такого натиска на ворота игроков Гомеля забивает Сморгони, получает поздравления от всех команды, игроков всей команды, я так смотрю, что просмотр, мяч. Передача на криворота, Савицкий оставляет мяч в игре, будет смещаться в сторону штрафной площади, Савицкий обыгрывает Ковалевича, ой-ой-ой, какой финт от Савицкого, прострел, и здесь и попадает в ворота. Да ладно, хочется сказать вот только да ладно, потому что сам Дропеза удивлен, как он не попал в створ, дабы потом получить запрос в игре за сам. Дубровский прессингует. Да, и получается у него это сделать, и очень опасно практически рёт в этой игре. А здесь бывает раскаконный удар поворота, и Наумович играет. Было побольше места. Проходит атака. Кто у нас здесь? Прострел, и здесь опасно получиться. Скидка назад, удар поворотом, и классно. Перевязаем на углу. Капитан, видите, Виталий пробит. Замена, удар головой, на Наумович отбивает. Снова сейф от Гомеля. Продолжается атака, прострел, и снова наш играет. Ну, без спорно, лучше игрок. Скорая. Ну, как ты тоже делаешь. Но все равно нам не нравится. Ну что, на 10-й передал пас. Краснов сейчас с мячом. Проходит он к центру штрафной. И пустой номер. Селезнев Павел пробивал. Накрыли этот удар. Комара. Комара увеличивает отрыв. 2-0 становится счет в игре. Вот так вот с места в карьер начали. И немножко такое замешательство. Я вот смотрел на боковую сторону. Подсказка. Навес в штрафную, Тройков выпрыгивает. А здесь передача
разворачивает направо. Удар по воротам. Комара берет Терещенко. Надежно. Неточная передача Терещенко. Только его похвалили, как он тут же отдал неудачную передачу. Здесь удар по воротам. Стоит навес. Тройков удар по воротам. В атаке Ковалевич хорошо ведет мяч, обыгрывает Ижаковского, входит в штрафную, удар по воротам, и здесь уже Тройков блокирует, и еще удар по воротам Рыщенко делает сейф и спасает свою команду. Но это еще не конец. Краснов, Краснов прострел, и Тройков играет головой. А здесь встреча. Что, сейчас будем разбираться на повторе, что здесь произошло. Да, решение. Вообще в центральном круге сейчас находится. Удар по воротам. Рыщенко спасает. Рыщенко. Рыщенко с мячом. Находит он тут Савицкого. Будет делать дальше Савицкий. Пробивает он. Я повтор записал. Хорош. Второй раз будет выполнять тот стандарт. Тройков, когда? Вот ненавидит, но это не будет навес, там будет много людей. Тройков опять. Аккуратно осталось. Вот. Счет становится 3-0. Даже я смотрел свои подсказки. Хотел посмотреть, кто остался в инструменте. Пас на Савицкого. Матвейчик пришел, ударит здесь. Матвейчик удар. Плотный удар получился. Чуть-чуть. Дома они занимаются на плечо. Хороший удар. Игроков Гомеля Савицкий пробивал. И головой он заработал. Матвейчик. Микрофеза сохраняется здесь в игре. Сергушка, молодец, да, я доиграл этот момент до конца. Но... Молодцы. Можно видели, да, что мы находимся в Гомеле и поддерживаем, конечно, зелено-белые дружбы. Вкусно, Велисюк, стирает ног. Выпустили, да, копал. Ладно, выпустили. Так. Я только закончил. Сейчас, интернет.